Компания «Спартак Мебель» приглашает в совершенно новый, крупнейший в Тверской области шоу-рум столовых групп. Здесь их такое разнообразие, что вам непременно захочется обновить свой интерьер. Не стоит забывать, что правильный выбор обеденной группы сделает стильным и уютным даже недорогой и неброский антураж. «Спартак Меб» собрал на одной площади столы и стулья на любой вкус и ценовую категорию от более чем 40 ведущих мебельных фабрик. В таком многообразии стилей и материалов столовых всегда помогут сориентироваться менеджеры-консультанты. Мы либо смотрим, какой интерьер, да, идет у клиента, либо его предпочтение, для чего ему курьер нужен стол. Он хочет ставить на него то же самое там горячее, либо он хочет на нем резать, либо же он подбирает кухню, да, вот у него там, не знаю, глянцевая, тогда мы уже стараемся что-то из стекла смотреть. По размерам важно, если малогабаритно, то стараемся какие-то более такие оптимальные варианты. Также в гостиную нас спрашивают. В гостиную чаще всего нас спрашивают классику. Это большие огромные столы, они из массива дуба, чаще всего из массива бука. И размеры можно выбрать, и различные тонировки. У нас достаточно большой ассортимент по цветам. К любой кухне мы сможем подобрать. Команда «Спартак Меб» следит и за новинками мебельного мира. Одна из таких – лаконичные стильные столы со столешницами из керамогранита. В шоу-руме можно оценить такие столы любой формы – круглые, квадратные и прямоугольные – в нескольких цветовых решениях. Одну из моделей представляет малазийская фабрика. В чем же его преимущество? Он в собранном 180 идет размере. Если его разобрать, пришло у вас, к примеру, много гостей, вы его разбираете, и у вас уже он получается 260. Стоит обратить внимание на ножку стола. Рифленая ножка идет из металла. Сам стол ударопрочный, на него можно ставить, если что, горячее, и также он влагоустойкий. Любители мебели из дерева оценят богатую коллекцию столов из массива, шпона и МДФ всевозможной цветовой гаммы. «Спартак Меб» представляет как барочную классику, так и варианты, приближенные к стилю лофт. Вот интересный вариант, такой довольно массивный стол из дуба, и к нему также очень массивные стулья. Отлично подойдет в какой-нибудь частный дом или в очень большую комнату. Стол состоит из дерева, МДФ, столешка и шпон сверху. Преимущество шпонированной столешки в том, что она износоустойчива, менее восприимчива к воздействию окружающей среды. Преимущество шпонированной столешки от целикового дерева в том, что она подешевле немножко выходит, но по качеству ничуть не уступает дереву. А владельцы частных домов непременно оценят коллекцию садовой мебели, комплекты из ротанга, подвесные кресла. Разнообразить интерьер кухни и гостиной, добавить яркий акцент помогут барные стулья, диваны и мягкие чехловые стулья. Их особенность в том, что можно выбрать при заказе любые абсолютно ноги, любой цветовой гаммы и также ткани. Ткани представлены в очень большом ассортименте, поэтому можно комбинировать и ткани, и ноги. В этом их преимущество. Команда компании «Спартак Мебель» собрала в шоу-руме и различные аксессуары для столовых групп. От сидушек для стульев до средств по уходу за мебелью. А чтобы не спеша обдумать выбор и при желании самостоятельно оформить заказ, в центре открыта зона самообслуживания. Для юных гостей – детский уголок. И, кстати, каждый месяц здесь стартуют разнообразные акции. Например, сейчас при покупке столовых групп на определенную сумму доставка, сборка и подъем бесплатно. Магазин столовых групп «Спартак Меб» открыт на улице Спартака и работает ежедневно. Рядом находится просторная парковка.